согласен, самый живой момент игры, то есть со своих, то есть оно там. Ну что, вас на номер? Yeah. Раз, два, три, четыре и... Значит, понимаешь, конец года, собрались здесь, 12 часов ночи, вот. Да. Подай руки помою. Все, я домой. Спасибо. Сегодня 11 июня. Все, я домой. Должностная часть прошла. Скоро будет. Что-то вот там зале. Сейчас я руки помою. Возьми мне руку. 14 июня. Мне тоже 5. 14 июня. Ровно в 4 часа. У нас ведущий. Боже, он такой лапочка. Он такой лапочка. Он молодой отец.
Ты сегодня не заметишь слезы на моих глазах. Знаю, мальчики не плачут, но сегодня я в слезах. За тебя сверкает платье королевской красоты. У тебя сегодня праздник, сегодня замуж. Thank you.
отец где? Где-то здесь. Татьяна Петровна, молодец. Петров, здравствуйте. Мы вас поздравляем тоже с окончанием детей ваших. Станьте рядышком, засними вас на память. Татьяна Петровна, ближе станьте. Сфотографируй, хорошо?
Thank you.
придется нам все-таки расстаться, особенно мне уехать. Буду по вам скучать. Я приеду обязательно в сентябре, так как я на Олегу день рождения приеду. Обязательно вас всех навещу. Это не конец, это только начало. Спасибо. Thank you.
Сказать спасибо администрации за этот банкет. Спасибо за победу. За победу. А можно мне желтенький, пожалуйста? А я хочу голубенький. А можно? Или мы их все запустим? Какой-нибудь взять? Что можно? Какой-нибудь взять? Мы их выпустим, когда все придут на полянку. То я. Ну, просто конкретно одному человеку взять. Повчать. Нет, я еще не посмотрел. Ладно, все, Свет. Удачи тебе. Сколько? Удачи тебе. Ника, ты так красиво сфотографируешь. Макжан, у меня еще твои вещи. А, Макжан, что с тобой? Дома? Макжан! Макжан! Сейчас он проснется. Макжан, 5 утра, хватит спать. 5 утра? Побежали по дороге.
Да здравствуй, мир! Первая кровь! Знаешь, почему ты по размеру? И что, вы думаете, я фоткал? Идиот. Да. А ты сфоткай. Я хочу с Сашкой сфоткать. Ты шарик достанешь. Куда мы идем? А что за автобусы стоят? Удобно тем, у кого там в туннеле. Удобно тем, у кого пирсинг в Мордостате. Ночью. Я не напрягаю. Какая боль! Какая боль! Аргентина, майка! 5-0! Малый пацан! Какая боль! Какая боль! Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Наверное, чудо. Ах, как это мило! Очень хорошо было и уплыло. Кто-то думал, что это феерические хуйни. Вот так, впереди. Как тебе? Посмотришь пару раз. Да нет, два автомобиля. А что ты снимаешь? Это не нормально. Что ж, можно я ему-то вот? За все время налил два стакана. Нормально. Ну, вот вы не шли какие-то. Ты чё? У нас историк вот пока нас караулил, заснул. Короче, ну кто так говорит, можно сказать, пойду посмотрю на звезды. Жирский вышел. Кто-то же уже потерял свой. Слав, ну ты доволен, да? Да. Ты наконец-то стал взрослым. Я и до этого был взрослым. Как взрослый. Класс. Оно приходит и уходит понемногу. Оно всегда и плачет, и поет. Время идет, дари мне дорогу. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, и пусть идет. В часах Анжин оно притикает к порогу. Спешит? Нет-нет, хотя не отстает. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, пусть идет. La 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 la
Быть может, кто-то наступил тебе на ногу. Прости его, и все само пройдет. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, и пусть идет. Окончив школу, ты взрослеешь понемногу. Не пропусти свой главный поворот. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, дай времени дорогу. Хотим сказать спасибо нашим педагогам. Надеемся, ваш труд не пропадет. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, дай времени дорогу. Время идет, пусть идет. La 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 la